Приветушки, приветик, приветик, мои дорогие подписчики! С вами Болтушка-Веселушка и Мишка Фредди! Это просто какой-то кошмар! Я так переживаю, что у меня даже коленки трясутся, это честно! Но первый раз все-таки нужно идти, тем более так много подписчиков загадали эту потрясающую игру! Всем-всем-всем привет! И мы... начинаем! Что-то звук мне не очень нравится. Ребята, это страшно, правда. И я, между прочим, сама, без проходимца, первый раз в жизни. Так что не судите строго, если я сейчас быстро проиграю. Ну, вроде бы мои подписчики мне говорили, что надо прожить целых 5 ночей вместе с Мишкой Фредди. Или без него, конечно. Наверное, без него все-таки лучше. Но мы начинаем. Я начинаю новую игру и пытаюсь это сделать правильно. Новая игра, газета. Что за газета, ребята? Мне что, это какой-то преступник? О, смотрите, это первая ночь. Здорово. А как играть? Так, мне говорили, что у меня есть здесь две двери. И обе открыты. Их можно закрывать. Ага. Вот так. Закрыть. А еще открыть. А что это за телефон звонит? А еще можно светом поклацать немножечко. И вот тут. Так. У меня есть проценты, которые двигаются и двигаются. А еще... что вы говорите? Да, я понимаю, что я должна прожить эту ночь. Вот тут у меня есть камера. Мамочки, самая дальняя комната. Ага, я должна смотреть в камеру, это я знаю точно. И глядеть, чтобы никто не выскочил. О, смотрите, сколько их тут. Так тут же темно, как это можно вообще видеть, я не знаю. Так, давайте посмотрим, что ближе от меня находится. Какой-то вантус и метла. Ужас просто. Так, а здесь что? А здесь все светится. Ребята, это очень страшно. Вот тут вот какая-то красота непонятно какая. Так, около меня вроде бы спокойно. Да, спокойно? Да, вроде бы спокойно. Я ничего такого страшного не вижу. А здесь почему камера не работает? Просто... кошмар! Так, подождите. У меня уже 85% и пока никого не вижу. Вроде бы все в порядке. Вернемся к себе. И около меня вроде бы все в порядке. Ребят, пока что никто не вылазит, как мне обещали и рассказывали мои знакомые и друзья, что кто-то должен выскочить, выбежать. Но обязательно нужно вот это смотреть, на камеры смотреть, что здесь. Вот из этой шторки, по-моему, кто-то должен выглянуть, насколько я знаю. Так, рядом со мной вроде никого нету, а если кто-то будет, сразу нужно быстро убегать. О, как же это все-таки страшно. Так, здесь тоже все на месте, все на месте. Ох, все на месте. Ребята, 77%, я выживу, я прямо это чувствую. Так, а кто вообще мои персонажи, которых я должна бояться? Вот я здесь вижу уточку, да, и мишку, да? Это, по-моему, мишка или зайчик, кто это? Напишите мне в комментариях, пожалуйста. А здесь было какое-то день рождения, но тут я никакого монстрика не вижу. Так, а здесь вон какой-то маленький глаз светится. А кто отсюда выйдет? Напишите мне тоже, пожалуйста. Значит, здесь вроде бы никого около меня. Главное, чтобы около меня вообще никого не было. Я двери держу открытой, чтобы у меня все было в порядке. Так, смотрим. На месте. 68%, пока никто не выскочил. Ребята, страшно. Так что пишите. Пишите, какие персонажи за мной будут охотиться. Я вот так вот уже боюсь. Вот здесь, в этой комнате, кто? Потому что я вот, кстати, эту комнату, вот именно эту, я вообще не вижу, что здесь находится. Ребята, страшно, правда, очень страшно. Так, а еще мне страшно вот комната номер 6, по-моему, да? Потому что камера не достает эту комнату и вообще не видно. Так, слушайте, я давно не смотрела там, где... вот, здесь, 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 чтобы никто не повылазил. Так, все на месте вроде бы, никого закрывать нигде не надо. Так, здесь тоже никого, а вот Мишка, наверное, он будет вылазить, да? Вот этот вот Мишка, который я вижу на плакате, вот этот вот, он очень страшный, конечно. Так, здесь я смотрю на вас.
Смотрите, в этой комнате медведь. Ай, и утка. Ай-яй-яй-яй, двери. Закрыть, и тут двери закрыть. О, ребята, это страшно. Вы видите, утки не было. Это вообще невероятно. Слушайте, а если кто-то здесь вот стоит рядом с моей комнатой, могу я светом их как-то напугать? Вот с этой стороны и с этой. Вроде бы никого, да? Нету никого. Я боюсь двери открывать. А как понять, монстр вообще есть или нету рядышком? Вот как мне открыть и посмотреть? Слушайте, а если я так зайду, посмотрю? Так, тут вообще стало темно. О, кажется, монстры выходят, вообще ужас. Так, подождите, у меня дверь-то закрыта. Двери все закрыты. Там, по-моему, вылазят эти медведи вообще непонятно откуда. Так, 36% у меня, ребят, мне что, двери открыть? Ладно, светиком поиграемся. Вот, просвечиваем, никого нету, да, и здесь просвечиваем, тоже никого нету. У меня что-то уже энергия заканчивается. И самое обидное, что я вообще никого не вижу. Вот я вижу медведя, или кто это? О, здесь вообще стало темно. Здесь был медведь и утка, но стало абсолютно темно. Так, отсюда никто не вылазит, отлично. У меня совсем красная. Можно я двери, наверное, открою? Слушайте, а красная не должна становиться, да? Так, еще раз свет. Свет. О, смотрите, какая-то блокировка света. Что-то не просвечивается, как раньше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 18%, ребята. Что-то мне опасненько, честно. Я не хочу двери открывать. Фух. Мамочки, как же понять, вот есть кто-то? О, смотрите, здесь могу открыть? Здесь, кажется, могу открыть. Ненадолго. Так, а здесь вообще могу открыть? Оно светом просвечивается? Вот, я смогла открыть. Мамочки мои родные, никто же не зайдет, я надеюсь, что никто. Ой, дверь, кто-то заблокировал мне дверь, ребята, кто заблокировал дверь? И здесь дверь заблокирована, ребята, кто заблокировал дверь? Мамочки, а что это за 6%? Я не могу закрыть дверь, почему? Что случилось? Ребята, что случилось? Около меня вроде никого нету. А, я просто прошла одну ночь, глядите. Да, ребят, я прошла одну ночь. Мне повезло. А почему никто мне не сказал, что я прошла одну ночь? Так, отсюда никто не вылазит. Ой, почему? Что с дверью? Что с дверью, ребята? Ай, все. Нет. Он около меня. И почему они подключали двери? Что? Все, я проиграла, что ли? Я не вижу никакого монстра. Кроме этого, что мне с ним делать вообще? Может, на него надо как-то посмотреть или что? Я не знаю. Ребята, я что, проиграла, да? Не понимаю. Ничего не понимаю. Мамочки! Меня съел Фредди! Или что он со мной тут сделал? Это ожидание просто ужас. Я не понимаю. Вы знаете, вы мне пишите обязательно в комментариях, как играть в эту игру. Потому что, честно говоря, я ничего не поняла. Ладно, ребята, для вас я попробую, конечно, снова пройти хотя бы первую и вторую ночь. Но я не уверена, что у меня получится. Так, попробуем еще раз. Ох, как же это страшно, честное слово. Ну-ка, Мишка Фредди, встречай болтушку на этой ужасной игре. Вот, первая ночь, кстати, я тоже не поняла, прошла я ее или нет. Вроде бы как бы и прошла, но с другой стороны, вроде бы меня уже и съели. Ладно, буду ходить смотреть. Уточка вижу здесь. Так, все пока спокойно. Все хорошо, никто не вылазит. Кстати, еще один вопрос. Могу ли я продолжать игру, а не начинать новую игру с самого начала? Это очень для меня важно, потому что пока что я вообще не соображаю, что мне здесь делать. А еще расскажите, пожалуйста, когда следует открывать дверь, а когда не нужно? Вот я смотрю, у меня 93%, 92%. У меня все двери пока что открыты, никаких нападений у меня нету, но я не понимаю, какая это ночь. Вот написано первая ночь, а потом как-то все случилось резко, и все, больше ничего не стало быть написано, и я вообще ничего не соображала. Так, ой, а это что такое? Стоп. Ой, почему? Что случилось? Дверь, и эта дверь.
блокируется. Вы это видели? Вообще непонятно почему. Что случилось? Что такое было не так? Вдруг резко отключились все камеры. Так, утка на месте. Здесь все на месте. Вот эта камера включена. Не пойму. Так, ладно. Включу пока что. А, ребята, это страшно. Почему вдруг резко отключились все камеры? Так, смотрим. Так, здесь все в порядке. Здесь пока тоже уточка на месте, ребята. Вы это видели, да? Отключились, темно, вообще хоть глаз выколи, вообще непонятно, что происходит. Так, здесь тоже порядок, порядок. Рядом со мной порядок вроде бы. Так, утка на месте, утка, а ты здесь, утка здесь. Она, по-моему, первая начинает двигаться. Так, на этих я смотрю, смотрю, вот на этого смотрю, чтобы он не вылез, не дай бог. Так, здесь тоже все в порядке. Ох, ребята, это страшно. Правда, в коридоре никого нету. Уточка тоже на месте. Главное следить за уткой. Утка вообще двигается очень быстро. И все время что-то меняется. Вот у меня уже 71%. Я не понимаю, правильно я поступаю, неправильно. Вообще, прожила я эту первую ночь или не прожила? Так, погодите. Все хорошо, я на него глазею, я двигаюсь, я хожу. Мне так объясняли, что нужно много двигаться. Может быть, я что-то не поняла? Вот, но для начала, когда я к этой игре готовилась, мне сказали, двигайся побольше. Ну вот я и двигаюсь. Что я делаю не так, ребята? Подписчики мои, рассказывайте. Я за всеми вроде бы наблюдаю, 64%. Может мне уходить, вот когда уже начинается вот этот ужас, прятаться и уходить, а? Ребята, честное слово. Так, я вот за вами буду смотреть. И попробуйте мне с места двинуться. Здесь никого нет вообще, я не вижу вот здесь вот. Так, 61%. Вот сейчас, по-моему, когда будет 40, вот сейчас начнется... Тихо. Все, все на месте. Я выхожу, я захожу. Слушайте, может уже закрыть? Может быть не надо лишних движений каких-то делать? Закрыться и сидеть, и вообще никуда не выходить. Я на тебя гляжу. Не думай, что я не вижу, что ты делаешь. Я все вижу. Так, здесь я тоже гляжу. Хожу по всем комнатам, гляжу, чтобы ничего, не дай бог, не заблокировалось. Так, тут ничего нету. Тут уточка. Уточка пока сидит. 53%. Ребят, я выжить должна просто. Невероятно, как это сложно и как это страшно. Вы знаете, я сейчас закроюсь на 40... Стоп, пошли назад, назад. Ай, Мишка, Мишка, закрываем раз и закрываем с этой стороны два. Все, я сижу, я не выхожу я вообще никуда. Я хочу эту ночь все-таки прожить и увидеть, что у меня написано 2ST Night. Все, у меня написано, и я счастливая, и у меня все в порядке. Так. И хочу увидеть, как эта ночь вообще проходит. То есть показывается, меняется ночь или не меняется. Вот я сейчас сижу, смотрю, все, никуда не выхожу. Так, а можно мне вот тут вот свет? Кстати, вот я тоже не понимаю, как понять, вот если я включаю свет, и кто-то там стоит, вот, мне нужно это как-то понять. А как это понять? Я вижу только вот немножечко что-то, какое-то освещение, и больше я ничего не вижу. Ребята... Страшно, вообще ужас. Так, ну что там, у меня 34%. Может быть, мне открыть дверь, а потом сразу закрыть дверь, и все будет хорошо, пожалуйста. Вы знаете, я боюсь ее открывать, потому что мне кажется, что если я ее сейчас открою, обязательно кто-то влезет в дверь, вот, и заблокирует мне ее, и я вообще не смогу ее ни открыть, ни закрыть. Вот попытаюсь сейчас отсидеться. А где понять, ночь заканчивается или нет? Когда уже эта ночь закончится? Просто ужас. Так, это 3 часа, да, по-моему, осталось у меня до окончания ночи. Ну-ка проверим. О, видите, смотрите, вот свет мигает, а в некоторых моментах не мигает. Так, тыш отсюда, противные монстры. Уходите все. Ох, страшно, страшно до ужаса. Так, я боюсь дверь открывать. Ну ладно, я попробую сейчас. Не, вот сейчас я как раз не попробую. Вот, кстати, смотрите, перестала мигать. Ой-ой-ой-ой-ой. И тут перестала мигать. Я свет включаю, и меня, кажется, заблокировали монстры. Все, я открывать не буду. Не мигает, смотри. Во, сейчас замигала. Одна дверь. А эта дверь не мигает. Ребят, а если я эту дверь открою, что-нибудь будет? Ой, страшно, 3%, 2%, 1%. Ну, пожалуйста, ночь, закончится уже. Да. О, закончилась ночь или нет?
или у меня жизни закончились, это так будет, Фредди, нет, не понимаю, что я сделала не так, так я уже готова пугаться, я уже поняла, что меня сейчас испугают, все, болтушка, держись, ужас какой, и ничего не сделаешь, я не могу понять, что я сделала не так, темно, темно, темно. Предупреждение. Вот они хорошо предупреждают, когда пугают. Кошмар. Ну что ж, друзья, болтушке почему-то не удалось прожить ни одной нормальной ночи в этой замечательной игре «Мишка Фредди 5 ночей». Я не понимаю, как точно играть, поэтому ваши рекомендации и советы мне очень пригодятся. Я вас прошу, мне игра понравилась безумно, но вы видите, я попробовала два варианта. Первый вариант – я держала двери открытые и все равно ко мне влезли. Второй вариант – я закрыла в конце две двери и все равно меня съели. Что же мне на самом деле делать? А еще раз пишите мне, где какие цифры, что обозначают вот эти проценты. Это у меня заканчивается энергия или это у меня заканчивается ночь? Сверху что? Как понять, ночь прошла, не прошла? В общем, все пишите, потому что я учусь у вас, мои дорогие подписчики. Продолжение «Мишки Фредди» будет на канале суперразвлекательный. Обязательно переходите по ссылке прямо в комментарии, и вы увидите эту прекрасную игру еще не один раз. Ну а сейчас на глазах у «Мишки Фредди» у нас будет очередная лотерея. Надеюсь, сейчас он меня не напугает. Возьмем наши замечательные потрясающие яйца. И я уже готова вытаскивать игру, которая мне, надеюсь, попадется не такая страшная и сложная. Ну что ж, ребята, приготовились. Интересно, кто выйдет победителем на этот раз? И три. Желтенькое яйцо. Смотрим игру. Внимание! На канале «Болтушка Веселушка» в следующий раз вы увидите игру «Кухонная лихорадка». А посоветовала ее нам всего лишь одна моя подписчица Маруська ТВ. Привет, привет, Марусенька! Будем играть в твою игру уже скоро. Ну а сегодня все. Не забывайте, друзья, подписываться и жать колокольчик. Встретимся завтра. Чао, какао!